привет всем моим зрителям. В этом видео я хочу выполнить запрос и рассказать о работе секретаря. Да, мне одна девочка спрашивала, как мне работала секретарем и могу ли я посоветовать пойти на эту работу тем, кто еще не определился, рассматривая данную вакансию для себя как возможную. Итак, все, что я скажу, будет исключительно основано на моем опыте. Также приветствуются комментарии внизу с вашими заметками, советуете вы эту работу, не советуете, и приступим. Начну я, пожалуй, с минусов. Я работала секретарем год, да, и так получилось, что когда я устраивалась, изначально я секретарем быть не хотела. Мне хотелось что-то такое посерьезнее, и так как я еще, в принципе, себя особо ничего не представляла, да, в части практики каких-то знаний, я только закончила университет, то я, в общем-то, подавалась во все такие работы, вакансии, вроде оператор ПК, менеджер там всея Руси, то есть что-то такое с громким названием, но не подразумевающее под собой никакой определенности. И в очередной раз, когда я увидела вакансию помощник там руководителя, генерального директора, я думаю, вау, так круто звучит, думаю, вот я такая буду фифа сидеть, ничего не делать, и буду громко зваться, и когда меня будут спрашивать, кем ты работаешь, я буду говорить, что я помощник генерального директора. Вот, в общем-то, пришла на эту работу, и когда уже я писала заявление, оказалось, что там была зарплата значительно ниже заявленной, и сама должность называлась не помощник руководителя, а секретарь, то есть гораздо проще. Что касается первого минуса, это не очень высокая зарплата. Прямо скажем, зарплата может быть прям таки ниже средней даже по городу, да, то есть... Я работала в каких там годах, сейчас вспомню, в 2007-2008 году, 2007-2008, с середины до середины. И зарплата у меня была чистыми около 11 тысяч рублей. И при том, что в банке, допустим, получали тоже девочки-операционистки около 15. То есть, в принципе, зарплата так прилично была ниже, даже какой-то такой совсем уж средненькая зарплата. Вот, это первый минус. Второй минус. Огромная зависимость от руководителя, потому что в других работах вы можете с головой погрузиться в дело, непосредственно заниматься, так скажем, процессом там освоения какого-то материала и, в общем-то, воплощать себя там как работника в жизнь, да, то есть, ну, любая работа, мне кажется, другая, она подразумевает, что надо что-то делать. У секретаря же очень часто все завязано на руководителя, то есть, да, вы приняли письма, там, отправили письма, что-то зарегистрировали, что-то написали, там, письмо какое-то, ответили, разнесли документики, ну, такая вот работа, не бележачего, но при этом все вертится вокруг директора. Если директор в плохом настроении, да, он, допустим, мой, иногда требовал, чтобы я к нему носила по каждой одной поступающей бумажке. И бывало так, что я только сяду, принесли какую-то фигнюшку, мне нужно было подрываться и идти ее нести. Причем у него еще был кабинет на электронном замке, нужно было сначала ему звонить, проситься зайти, если он давал согласие, открывать пультом дверь, заходить. Ну, в общем, целая система. Только выхожу, опять какую-то фигню принесли, его вот прикалывала, гонять туда-сюда. И, конечно, чувствуешь себя просто какой-то идиоткой со временем, не знаю, какой-то белкой. Даже не в колесе, а в какой-то гнилой покрышке что-то ты носишься, носишься, да, толку нет. Вот, так. Следующий минус – это то, что работа, в принципе, ориентирована на больше молодежи. Я уж не беру в расчет действительно какие-то вот такие вот нюансы, когда действительно такая какая-то сложная работа, надо владеть кучей информации, и прям-таки руководитель в первую очередь будет смотреть на профессионализм. В остальных случаях, в принципе, начальнику, директору в первую очередь нужно молодую, смазливую, такую красивую, даже там ветреную, ничего страшного, ветреная всегда он найдет, куда применить. Ну, в общем, не стоит надеяться, что вы, проработав там 25 лет, да, будете также востребованы. То есть можно держать в уме, если собираетесь туда идти, а что вы будете делать спустя там сколько-то лет, когда уже вот эта вот свежесть, красота будет уходить, и на пятки будут наступать кучу девочек таких же
жаждущих жизни, там, красивая работа, сидеть там, ничего не делать, ногти красить, не знаю, и называться каким-нибудь красивым названием, там, помощник генерального директора и прочее. Ну, в общем, это тоже огромный минус, потому что в других сферах можно за время накопить действительно опыт, который бы вас очень выгодно отличал от девочек, только что закончивших там какие-то вузы, либо среднее образование. Но в данной работе, потому что она не подразумевает исключительных навыков, увы, это так. Да, то есть, в принципе, ей достаточно просто обучиться, даже если есть какие-то свои нюансы. То, скорее всего, руководство предпочтет вам через некоторое время девочку помоложе, потоньше, там, возможно, ну, в общем, где-то, может, более сговорчиво, но, в общем, тоже это надо понимать, и это, конечно, огромный минус, потому что спустя сколько-то лет вы можете просто оказаться на обочине жизни, и ничего другого просто не будете уметь делать. Так, следующее. Не набирайтесь опыта как специалист. Я об этом чуть-чуть сказала. В других работах вы действительно осваиваете профессию, да, глубже, шире, там все это делаете. И даже если вы там будете уже престарелой барышней, не знаю, потеряете форму, покроетесь морщинками и так далее, да, у вас ваш профессионализм никто не отнимет. И если руководителю в первую очередь нужен результат, то он 99,9% предпочтет барышня красивая, но ветреная, безмозглая, извините, такую, которая пускай не супер-пупер выглядит, но действительно знает свое дело, да, и на которую можно положиться, поручить и получить супер-классный результат, действительно достигнуть своей цели, да, и, в общем-то, получить там прибыль в конечном результате. Здесь же вы, в принципе, как специалист, ничего такого супер не воротите там какими-то операциями и вообще, ну, как из себя, как отдельно взятая единица на предприятии, ну, не очень много представляете. Не знаю, никого не хочу обидеть, честно, опять-таки, я сама работала секретарем, и меня это очень сильно напрягало со временем, что я понимала, что в принципе-то я очень легко взаимозаменяема. То есть на мое место придет другая девочка, за 2 дня всему тому же обучится, и все, обо мне никто не вспомнит. А нужно все-таки стараться не такую работу, чтобы каждый рабочий день вам прибавлял баллы какие-то на рынке труда. Так, следующее. Отношение к девочке на побегушках. Это тоже такой очень неприятный нюанс, но он очень зависит от того, как вас ставит сам директор. Потому что я видела несколько вариантов. В одном секретарь, это чуть ли не главный человек на предприятии, то есть она там спокойно накричит на кого хочет, топнет ногой, не знаю, ну, в общем, свои условия поставит, и как бы директор этому не сильно препятствует, скажем так. У нас же была ситуация, что директор сам к нам относился как к, не знаю, расходному материалу, да, то есть, что ты тут понты раскидала, ты тут вообще обычная, там, чуть ли не дура, и вон тут еще 5 стоит на пороге, сейчас ты что-то тут вякнешь, я тебя разверну и пинком в окно полетишь. Ну, не прям вот серьезно типа того было. То есть позволял себе такие очень реплики, опять-таки, если у него было плохое настроение, не очень приятные, да, и, естественно, все остальные сотрудники все это видят, впитывают, и, опять-таки, как отдельная такая вот единица специалиста, секретарь, ну, не очень сильна, она сильна именно в завязке с директором, и вся ее работа вертится вокруг него. Поэтому, если к вам будет начальник вот так относиться, очень сложно по-другому себя как-то преподнести. И у нас, допустим, было отношение со стороны других сотрудников: принеси, подай, давай, позвони, что тебе там. То есть вот так вот, козёл отпущения, коза. И отношения соответствующие, да, уважение какое-то минимум. Вот, в общем-то, основная твоя задача вовремя добежать, занести документы, прибежать, присвоить правильный номер, ну, как бы вот так. Да, тоже это не очень приятно, и в большинстве случаев, как-то, мне кажется, неискоренимо. То есть ассоциации, секретарь, ничего не делаешь, сидишь, штаны протираешь, поэтому вот терпи такое отношение. Так, следующее. Так, нет перспективы роста, да, карьерного какого-то, потому что когда работаешь обычным специалистом, в принципе, они так или иначе светят, если не на этом предприятии, то на другом. Можно
отучиться, отработать от какого-то низшего звена, да, подниматься по своей специальности, там, в своей структуре, стать там начальником отдела, либо выше уже совсем вверха пройти там как-то, в общем, не знаю, ну, смотря в какой структуре. Вот, но если вы секретарь, ну, кем вас могут повысить? Ну, там, секретарь, зам директора, помощник директора. Ну, в принципе, это два названия одного и того же, просто второе чуть-чуть что такое? Получилось, не знаю, заговариваюсь. Так, сейчас сосредоточусь. Так, второе чуть-чуть попрестижнее звучит. Вот, но, в принципе, одно и то же. И как ни назови... кого там, синицу, она журавлем не станет, синица есть синица, поэтому хоть как вы выработаетесь, изработаетесь, хоть что вы сделаете, да, ну как вы были секретарем в 20 лет, в 55 вы так секретарем останетесь, примерно на той же зарплате, опять-таки, если вас не заменят на более молодую девочку, вот. Так, следующее, возможное сексуальное домогательство. Тоже вопрос, на самом деле, кажется таким странным, но опять-таки, с учетом того, что постоянно с директором контактировать очень плотно, да, нужно, в частности, где-то оставаться с ним наедине в кабинете, то есть какие-то, возможно, совместные командировки и так далее. Все это, честно сказать, располагает к тому, чтобы мужчина начал на вас косить глаза, особенно если вы там молодая девушка, да, ну, либо красивая молодая женщина, а он как бы уже такой состоявшийся семьянин со всеми там причитающимися ему атрибутами в виде высокой зарплаты, там, пузика и прочего-прочего, да, он будет считать, что вы, собственно, чуть ли не должны от радости прыгать и головой в потолок биться от того, что он вам там что-то предложит. Вот, тоже это на самом деле очень неприятная тема, мужчины бывают разные, некоторые деликатно прощупывают почву, они против ли вы, другие начнут просто отпускать какие-то хамские подколы в ваш адрес, более того, на публику всячески демонстрировать, что вы чуть ли не его там любовница, да, хотя этого и близко нет, но он найдет, что там, где обронить, как себя повести, как посмотреть, для того, чтобы все окружающие думали, что вы у него в секс-рабынях, ну, как минимум, его личная фаворитка, да, такая, которая по свистку бежит к нему в кабинет, там, и помогает ему, в общем, принять воздушные ванны или солнечные после напряженного совещания. Допустим, наш директор очень какие-то комментарии в наш адрес отпускал. Потом были девчонки, которые, ну, с которыми, естественно, все молодые, которых он как бы, ну, видно, что они ему нравятся. Естественно, ему они как бы 100 лет не были нужны, все там замужние с парнями, да. Но, как правило, мужчины, даже если ему там 75, они себя считают огурчиками в рассвете сил и совершенно неадекватно на себя смотрят, то есть все себя считают завидными женихами. И часто наш директор, допустим, брал с собой девчонок с просьбой, допустим, съездить с ним, выбрать машину, какую-то там новый Lexus, и ездили они с ним, естественно, он себя в салоне вел так, как будто это его любовница, вот, то есть такие вот замечания, не прикопаешься ни к чему, но я это сразу, допустим, вижу, я поняла, что это вообще такая очень распространенная тенденция, что мужчины в возрасте за сколько-то, даже если вы ему твердо дали понять, что ничего не выгорит, они будут хотя бы, чтобы окружающие думали, что у вас все выгорает, но, соответственно, считали его таким альфа-самцом. Тоже очень неприятный момент, зависит опять-таки от порядочности мужчины, но вы как секретарь будете в такой зоне риска. На этот счет. Так, теперь давайте о плюсах. Плюс первый – много свободного времени. Во всяком случае, у меня так было. Я там принесу, отнесу документы, зарегистрирую что-то, отправлю почту, похожу. Если директор уехал, вообще раздолье, да, то есть можно было 20% времени занять работой, все остальное 80% – это просто сиди и занимайся чем хочешь. Толком интернета у нас не было, я делала курсовики, дипломные, в общем, так подрабатывала. И это, я считаю, огромным плюсом, потому что можно как-то развиваться, осваивать альтернативную специальность, шерстить там рынок вакансий, смотреть, где вы могли пригодиться, ну и прочее. То есть свободное время использовать себе во благо.
Второй плюс смежный, что работа не пыльная, то есть не нужно околоть там каким-то вилкой, там, не знаю, уголь отколупывать, да, и сдавать его тоннами. Не нужно там тяжести носить, не нужно на себя брать какую-то огромную ответственность, его хватывать за каждую ошибку, там, выслушивать крики и все прочее. В общем, ответственности минимум. Минимум вот такой вот круговерти, что надо там кровь из носа срочно там что-то сделать, да, то есть есть какие-то, естественно, моменты напряженные, как и в любой работе, но по большому счету, если сравнить эту работу, допустим, с работой бухгалтера, то у бухгалтера, конечно, гораздо больше напряжения, ответственности и все оттуда выходящие последствия. Так. Еще один плюс. Если директор адекватный, это обратная сторона минуса, то ваша с ним, так скажем, служебная близость, да, я не имею в виду ничего крамольного, просто что вы как бы правая рука состоятельного, серьезного человека, который многого в жизни добился. Это, конечно, плюс. Можно опять-таки связями обзавестись, особенно если он вас таскает с собой там на совещания какие-то, и регулярно к нему там приезжают на совещания, вам даже то, что кофе там сделать, унести, принести. Вы постоянно на виду, вы его как бы фасад и лицо этого человека в каком-то вопросе. И, в общем-то, можно из этого сделать много, так скажем, ну, себе во благо. И, опять-таки, при условии, что человек действительно, ну, справедливый, честный, да, если он не будет использовать вот эту вашу от него зависимость себе там в своих интересах, то это становится действительно реальным плюсом, потому что вы, даже будучи там вообще обычной студенткой-выпускницей какой-то, просто мгновенно, ну, сразу начинаете вращаться в каких-то солидных кругах, и, в общем-то, ну, я считаю, это классно, можно посмотреть, как люди живут там, слюни попускать, губы позакатывать после этого, но все равно что-то в этом есть такое прикольное. Так. Не нужно иметь опыт работы. Опять-таки, это плюс имеет второй конец. Не то, второй, ну, в общем, палка о двух концах, потому что на ваше место когда-то опять-таки будет огромное количество девчонок претендовать, которые не имеют супер опыта работы. Вот, но если вы там еще не определились, да, то в принципе это нормально, неплохое место, где можно, так скажем, получить разбег на своей карьерной дорожке. Так. Последний, пожалуй, который отмечу, плюс, если вы себя хорошо зарекомендуете, да, как исполнительный работник, инициативный, как девушка, которая умеет за собой следить и вести даже такой не очень там ответственный большой фронт работы в порядке, когда вы будете даже предугадывать какие-то, как они там называются, в общем, поручения директора и все делать, ну, действительно, ответственно, хорошо, что он будет понимать, что вы человек, на которого можно положиться, то, в принципе, можно при таком раскладе попросить повышения, либо, ну, как повышение, перевести вас на какую-то профильную специальность, допустим, по которой вы учились. У нас так было на моем опыте, что девочка одна, которая, ну, хорошо себя порекомендовала, действительно, он ее прям ценил как секретаря, подошла к нему и сказала, что она хочет работать в другой области, как специалист, становиться, учиться. И, в общем-то, ему ничего не стоило, он ее перевел в отдел, где, в принципе, мест не было, но так как бы он понимал, что действительно она будет хорошо работать, справиться со своими задачами, в любом случае, ну, жалко такого человека терять, который так к работе относится, все схватывает на лету, то я считаю, это тоже отличный вариант, что можно начать с секретаря, особенно если организация такая хорошая, перспективная, да, с нормальным уровнем зарплат, даже если это вас не касается там в других отделах, то в конечном счете можно постараться отработать какое-то время, ну, получить доверие руководителя, да, чтобы зарекомендовать себя, и потом в доверительной беседе попросить, чтобы вам помогли там переквалифицироваться. Вот, я думаю, если вы действительно зарекомендуете себя, вряд ли он вам откажет, скорее всего, поможет перевестись на какую-то специальность, и там уже вы начнете именно расти как специалист. Вот, ну вот и все мои рассказики. Большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите, если вы с этой работой сталкивались. Можете ли вы посоветовать другим девчонкам работать или нет. И, в общем-то, с удовольствием почитаю все комментарии. Всех целую и всем пока.